С Нариманом Джелялом я персонально, вот лично мы с ним познакомились. Это было на 18 мая. Это очень широкий человек, это очень глубокий человек, крайне грамотный, очень просоциальный. Масштаб вот его личности, ну, меня поразил. Поверить в то, что Нариман Джелял может быть причастным, даже вот причастным, это, ну, это полный абсурд, такого быть не может. Такие люди, как он, созидают. Разрушать у них нет в крови. İnsanların ruhları su kimi aka. Bazıları özen kimi aka, bazıları temiz turgan göl kimi. Bu gölün içinde mahluklar, balıklar, ösümlükler yaşay. Etrafını güzelleşe. Ve men bilsem Nariman Celal'ın yüreği temiz, saf. Мына бойле гөл киби. Унун ишлери, унун билгилери, унун маарифети инсанларны жалп эти. Ве биринчиден о инсанларны севген бир инсан. События начала сентября 4-6, конечно, повергли в шок всех. И, наверное, сейчас спустя некоторое время можно вспомнить фразу польского сатирика и поэта Станислава Ежелеца: «Я видел клетки, я видел летающие клетки, в них были орлы». Говоря о Наримане Ага, Азизе и Асане, эта фраза как никогда больше и лучше описывает все происходящее. Потому что эти люди были по своей натуре созидателями. Они и есть по своей натуре созидателями. Меним үчүн Нариман Бей Джелял бу инсафлы, намуслы, икметлы, ветан первер, ветан север, айле север бир инсандыр. Ве унун башындан кечкен вахиялар меним үчүн ве мен белесем бутун халкымыз үчүн бу башка бир сыгмаган бир шейдер. Мен белесем бу меселеде адалетлик башыны алыр ве Нариман Бей кенеде азат бизнен берабер олур, азат олур. Нариман и диверсия — это вещи несовместимые. Асана я не очень хорошо знаю, но у меня очень хорошее впечатление о нем. Мы несколько раз встречались. Я никогда не поверю, что эти ребята могли совершить акт диверсии. И, как говорил классик, не верю. Это какой-то бред. С Нариманом Джелялом я знаком давно. Это душевный, порядочный, воспитанный человек. И вот те обвинения, которые сейчас ему, как говорится, выставляются, я просто, понимаете, вот у меня трезво в голову не входит. Я надеюсь, у ребят хватит силы. Наримана я знаю очень хорошо. Этот человек никогда в жизни не позволит себе что-то противоправное. Сіз абсурд театрының бір вақыт көрдіңіз ма? Мен театр фестивальдерге барғанда біз бір-екі болған едім, олай бір спектакльлер баққан едім. Сәнке дерсін, анау хастаханеге, мына бұл психологик бұлі хастаханелерде болынасын башта бір. Анау сәнке қазан чөлмекні қапақтардылар да. Ве қараға бияз дейлер, биязға қара дейлер, бірше аңламайсын. Мен білем бұл адамларыны, Нариман Джелялны шақсен айтмақ істейін бұл тек о қадар ақыл үрджеттен... Мунивер эрджеттен, яғни интеллигент, білгілі, ақылы, ферасетлі, намыслы бір инсан. Аллах епімізге, әлбетте біріншіде Омурар қардашына, Левиза ханыма, ве оның ана бабаларына бұйық бір сабырлар берсін де, ве тез вақытта қауыштырсын, рухтан түшмейм. Иншаллах, бу күнлер кечер.